Волшебство, да и только. Таня Столяренко весь год мечтала о длинноволосой кукле. Написала письмо Деду Морозу, и чудо свершилось. Заветная игрушка в руках у девочки. Мне понравилась кукла из-за того, что она красивая. И она как-то... Мне давно охота была. Я хотела сказать всем спасибо. Буду ее пати кормить. Стать для ребенка, который оказался в трудной жизненной ситуации, Дедушкой Морозом или Снегурочкой, несложно. Елки с записками от детей установлены по всему городу. Ребята хотят получить в подарок на Новый год снегоходы, музыкальные инструменты, конечно же, телефоны и планшеты. А мечты некоторых, признаются организаторы, трогают до слез. Особо тронули меня настоящие детские пожелания. Вот девочка пишет: я хожу в детский садик, мне всего 3,5 года. Я очень хочу... Много-много воздушных разноцветных шаров. Настоящее детское такое пожелание. И вот мальчик, 9 лет, он пишет: я хочу снежколеп на Новый год. Это очень простой, но очень нужный ребенку подарок. Елка желаний работает по будням. Дети могут оставлять свои открытки, чтобы взрослые исполнили их заветные мечты. Это просто люди, живущие у нас в городе, которые хотят оказать помощь, и даже очень многие не говорят о том. Приходят и, так будем говорить, тайно дарят вот эти вот подарки. Марианна Мирная, Станислав Левин. События.